Далее о медицине. Строительство поликлиники в поселке Пироговский на улице Советская, дом 2, продолжается. Ход возведения медицинского учреждения проверила глава округа Юлия Купецкая совместно с профильными заместителями. Подрядчик доложил, на данный момент на объекте в 100% объеме выполнены монолитные конструкции. Производится работа по устройству внутренней и наружной блочной кладки, а также прокладка инженерных сетей. А что с наружными сетями? Когда тепло запустить? Наружные сети выполнены на данный момент на 90%. Сейчас производятся работы по теплотрассе, в том числе. Устройство теплотрассы выполнено практически на 95%. Монтируется узел теплового учета. Ориентировочно до конца февраля планируем запуск тепла. А контур когда закроется? Контур, все окна, витражи заказаны. Сейчас находится все в изготовлении. Ориентировочно где-то 15-20 февраля планируем закрыть. Поликлиника строится в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета. После открытия медучреждения сможет принимать до 200 пациентов в смену. Окончание строительства запланировано на третий квартал этого года.